добрый вечер. О, кого я вижу. Добро пожаловать, пани Каролинка. Что-то давненько вы к нам не заглядывали. Да. Добрый вечер, дорогая. Здравствуйте. Давно мы тебя не видели. Ну, знаете, пан Беспальчик, все мода виновата. Она так быстро меняется, что за ней нужен глаз да глаз. Добрый вечер. Добрый вечер. Хорошо. Заведующий отделом научного прогнозирования моды нашего Трестовского дома моделей пани Каролинка. Если раньше продукция этого дома моды не залеживалась на прилавке, то теперь она не залеживается даже под прилавком. Спасибо. Прошу. Пожалуйста. Привет, дорогая. Привет. Что ты там сказала о моде? Есть новости? Пока ничего не знаю, я только что из отпуска. Да? А, ну, тогда я сообщу тебе уникальную новость. Какую? Говорят, в вашем доме модели введена новая штатная должность. Какая же? Фотограф. Теперь просто каждый клиент, получающий у вас новую одежду, может сфотографироваться на память о том, как он хорошо выглядел старый. Пани Катарина, вслед за своим женихом, паном-спортсменом, тоже решила заняться спортом и неплохо освоила воздушную гимнастику. Целыми днями висит на телефоне. Послушай, дорогая, а где это ты так здорово загорела? На Золотом берегу. Провела там весь отпуск. Да? Угу. Феноменально, как я тебе завидую. Ой, представляю, с какими трудностями ты добыла туда путевку. Никаких трудностей. В управлении путевку дали без звука. Да? Уникально, как я тебе завидую. Но билет-то на самолет наверняка пришлось доставать по знакомству. Представь, пришла в кассу и купила. Да? Не может быть. А, ну комнатку-то тебе подсунули. Уж наверняка на 8 человек. Ну что ты, прелестная комната на двоих. Ясно. Значит, от пляжа в 10 километрах, да? Наоборот, пляж был под самыми окнами. Ха-ха, потрясающе. А, понимаю. Весь месяц была ужасная погода. Лили дожди, да? Наоборот. Все дни как один были солнечными. Выходит, что ты прекрасно отдохнула. Что ты, милая? Ужасно. Как ужасно? Почему? Ну, видишь ли, все 24 дня, сплошное солнце. Загар так пристал ко мне, что просто ничем невозможно его смыть. Лицо, как у папуаски. Какой ужас, как я тебе... то есть я хотела сказать, действительно, надо было немедленно отдать эту путевку мне. Я всегда говорила, что Золотой берег тебе категорически противопоказан. Вот что теперь ты будешь делать со своим лицом, дорогая? Ох, не говори. Вся надежда только вот на этот крем. Мне сегодня его прислали из Парижа. Говорят, он творит чудеса с лицом за одну ночь. Ну, знаешь что, по-моему, с твоим лицом никаких чудес уже не сделаешь, дорогая. Уступи этот крем мне, а? Мы же с тобой подруги, да? Да. Ну, хорошо. Я подумаю. Ой, прости меня, я так заболталась, что совершенно забыла поздравить тебя с новым костюмчиком. Да? Какая прелесть. Тебе нравится, да? Феноменально. О, я сама его шила. Что ты говоришь? А я думала, что это от Диора. О, нет, ты мне льстишь, дорогая. Нисколько, это профессионально. Только я бы на твоем месте немного прикрыла шею. Она у тебя несколько длинновата для этой модели. Ты так считаешь? Да, а в остальном уникально. Ах, вот если бы тебе еще приличную прическу. Что? Моя прическа? А ну, видишь ли, в чем дело? В этой прическе ты несколько похожа на щипанную курицу, но это только в профиль. А если посмотреть анфас? Послушай, возьми-ка ты действительно мой французский крем. Может быть, он что-нибудь сделает с твоим лицом, а то оно у тебя какого-то зеленоватого оттенка. Спасибо, дорогая. Сколько я тебе должна? Ну, о чем ты говоришь? Ведь мы же подруги. Я просто хочу, чтобы ты была еще более неотразима. Ах, если бы ты только знала, как я тебе завидую.